Здесь собраны продукты, приготовленные по старинным рецептам на небольших семейных фермах. Все производители гарантируют высокое качество и несравнимый вкус. В этом можно убедиться, попробовав практически все, и только потом принять решение о покупке, доверяя собственному вкусу. Это не просто выставка, это целый национальный рынок. Так, из Краснодарского края привезли чай, специи. Чаи все без добавок, все натурально. Чаи у нас успокаивающие, снижающие холестерин для поддержки иммунитета, ну и для сердечка. Детям можно с 3 лет. Хочу отметить за абхазскую соль и за сванскую соль. Они делают блюдо изысканным, нежным и насыщенным. Хочу особенно сказать за аджику нашу абхазскую. Без грамма томата, специи из грецкого ореха. Глаза разбегаются, выбор большой. Аромат вообще обалденный. Искал краснодарский чай. Я присмотрела чай. Богат выбор полезного варенья, в том числе из пихты, сосновых шишек, грецкого ореха, жасмина. Немало сладостей, пахлавы, сухофруктов, фаршированных орехами. Представлены различные сорта меда и даже каштановый, который разрешен диабетикам. Адыгейские и кубанские фермеры привезли сыры и мясо. Более 100 лет у меня семья занимается мясными деликатесами. Благородный кавказский олень у меня есть в гранатовом соку. Кабанчик есть молодой. Это самый старинный рецепт на прилавке. Более 300 лет уже мясо так готовится. Диетическое мясо зайчика с фазаном. Выдержанные сыры с козьего молока. Срок созревания от 2 до 6 лет. Овечьего молока 3 года, 4 года выдержанные сыры. Уникальный сыр с благородной плесенью. Ну вот сыр попробовал, понравился. Шейка дикого кабана очень вкусная. Натуральное мясо. Это обалденно. Очень много нового всего. Фермеры из Камчатки, конечно, привезли свежайшую весовую икру и рыбу. Чавычу, корюшку, нерку, осетра, белугу. Доставляют деликатесы без использования заморозки. Очень вкусная икра. Рыбу попробовали, рыба вкусная. Купила корочки красные. Чивичу пробовала. Хорошо прокопченная, натуральное копчение. Устроить гастрономический тур с дегустацией всех продуктов можно только в эти выходные на выставке «Особенности национальных вкусов». Ярмарка открыта в зоне перехода торгово-развлекательного центра «Рубин» и работает до конца недели по 18 ноября.